тарифы крупных естественных монополий для промышленности в целом в следующем году не будут индексированы и будут заморожены на нулевом уровне. Это тарифы электросетевого комплекса, это тарифы на железнодорожные перевозки. Они в следующем году индексироваться не будут. Что касается тарифов на тарифы ЖКХ, то они будут индексироваться в следующем году в июле месяце по формуле инфляция минус, то есть с коэффициентом 0,7 показатель инфляции 2013 года. Это где-то в районе 4,6%. Одновременно мы заморозили цены на газ, но в следующем году он будет 0 и для населения, и для промышленности. И это позволяет сдержать уровень тарифов для ЖКХ в центральной части, где газ — это основной вид топлива для производства тепла. В Сибири основной вид топлива для производства тепла – уголь, и там государство приказать отдельным компаниям сдержать рост цен энергоносителей не может. Министерством и ведомством, включая региональные власти, предстоит большая работа для того, чтобы действенный контроль по исполнению этого решения обеспечить. К сожалению, это вчера высказывалось на заседании правительства, мы часто принимали решения, говорили, что мы ограничиваем вот так, люди получали платежку, предприниматель получал счет за электроэнергию, смотрел и понимал, что жизнь на самом деле по-другому. Задачу, которую поставил председатель правительства по нашей работе на 2014 году, обеспечить совместимость времени и пространства. Что, вот, как вы сказали, если ноль по вот этому сектору, значит ноль. Если министр за это отвечает, министр энергетики или министр транспорта, то любой сигнал о том, что это не так, должен быть предметно, моментально рассмотрен. В противном случае доверия к действиям правительства не будет. Мы рассчитываем за счет этих мер в следующем году существенно снизить инфляцию, кредитные ставки для бизнеса по банковскому кредитованию, повысить доступность банковского кредитования и кредитного капитала. И если будем вот так возьмемся и хорошо это доведем до конца, то рассчитываем, что это поможет малому и среднему и крупному бизнесу показать лучшие показатели по динамике развития.